В парке Львов Тайган родились 4 амурских тигренка. Это редкий краснокнижный вид. Малыши чувствуют себя хорошо. Их кормит заботливая мама. Расти тигрята будут здесь, в сафари-парке. Поэтому все желающие смогут увидеть полосатиков и даже с ними сфотографироваться. А еще 7 июня впервые за историю парка родились 4 ягуара. Для посетителей парк Тайган откроет свои двери 12 июня.